Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Доля городов с благоприятной городской средой составила 85%. Среди российских городов с населением от 100 до 250 тысяч человек четвертое место рейтинга занимает Одинцово. Чтобы вовлечь жителей в процессы, способные повысить качество городской среды, 26 апреля будет запущена общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.